Блокнот Ростов решил поинтересоваться у ростовчан, с какой начинкой они предпочитают блинчики. С красной икрой. И с черной. Ничего себе. А к вам можно в гости? С творогом. Да? С начинкой, с творогом. С любыми джемами. Со сметанкой. И с медиком. С чем хотите. С какой сладкой какая-нибудь? Или рыбка красная? Шикарно. Накушали блинчики? Нет, еще напланируем. Да? А с какой начинкой будете делать? С какой предпочитаете? Рыба, икра, мясо. Чудесные блинчики, можно к вам в гости? Обязательно. С мясом и с творогом. А уже готовили? Ну вот завтра собираемся. Да. С творогом. С творогом. С мясом. Да, с мясом. А мясо посытнее. Какое? Ну, говядина, наверное, вот это вот. А с красной фаршик. Икрой там? Ну, было бы но прекрасно. Вкусненько, да. Конечно. Я простые, я без начинки. Без ничего? Да. А как же масло с молоком хотя бы, нет? Со сгущенкой. Ну, только это, с медом, если. Ну, вот, уже хотя бы что-то. А вы? Ну, тоже с медом. То есть с красной икрой там? А, нет. Невкусно. Нет, слишком изысканно. С сгущенкой. А вы? Ты, наверное, так же. Так же со сгущенкой? Да. А вообще масленицу будете праздновать? Будем. Ну, я испеку блины, и все. Да. С медом или со сметаной. А часто вообще готовите? Если... Часто, да? Часто. А кто кушает? Внучки? Сын, внучка. Да, то есть часто. Угу. И масленица в душе, да? Да. Ну, я к сыну езжу. Угу. Да. Вот то есть туда. Уже с блинчиками? Уже с блинчиками. Или там пеку.